Чуть я последний взял. И конфеты я вот взял, не знаю. Ребят, посмотрите, вот такие вот новые рулетики. Я в шоке, почитала состав, ребят. Ну, уж в рулеты, в обычные рулеты уж. Такую, извиняюсь, выражение, хуету сувать, ну реально вот. Ну реально, вы просто посмотрите, я не знаю, увидите одни ешки. Ежевично-черничное малиновое пюре, яблочная вода, еще ладно. Ароматизаторы, хераторы, пальмовое масло. Уж сюда-то добавлять пальмовое масло, это вообще... А ешек сколько, ёбаный в рот, честно, сколько ешек. Извиняюсь за мой мат, ну, ребят, я в шоке. Но, ну, я понимаю, что новое вроде бы, но уж вы простите, но сувать столько ешек, в рулеты сувать ешки, ну, это смешно уже. Такие рулетики, они абсолютно типа новинка какая-то, не знаю. Я в магазины не хожу, поэтому, ребят, не знаю. Вот такие вот они. Ну что вообще за хрен, реально? Офигеть, как они пахнут. О, пахнут они, ребят, так, я бы сказала, сладко. Очень сладко. Вот сегодня я хочу сделать, ребят, рогалики. Вот у меня дрожжи. Сегодня буду делать рогалики. Вот такое еще печенье, как видите. Я не очень, я вообще не хочу сладкого. И вот еще какие-то конфеты, не знаю. Такие вот. В общем, как-то так. Сейчас, ребят, надо все разбирать. Ну, конечно, рулет — это жопа, реально. В общем, ребят, буду делать рогалики и захотела сделать кексы, только с добавлением вареной сгущенки. Мне кажется, будет классно. Вот, в общем, как-то так, ребят. Сейчас идет процесс у меня этих... Ой, в общем, вот этого вот. Как она называется, я сейчас честно забыла. Вот, я думаю, что вы поняли. И, короче, мне надо добиться прямо пенки-пенки. Такую, знаете, она мне только, видите, начинает. Поэтому я ее закрыла, не мешаю, так скажем. Вот, только там еще нужно, ребят, сливочное масло. У меня нету сливочного масла. Но, короче, я думаю, это не так важно. Вот, у меня нет сливочного масла. Ну, короче, насрать. Ладно, и без него тоже можно сделать, мне кажется... А эти вкусняшки, так что нормально. Вот. И потом, как я сейчас тесто замешаю, короче, дождусь, как это все подойдет у меня, я замешаю тесто и уже, ребят, начну делать этот кексы. Вот. Тут у нас тоже. Это мы, ребят, рыбу пролили, короче. Сейчас вот это все проделается, я потом это вымою. Вот. В общем... Вкусняшка делается. Попробовала, ребят, этот рулет. На самом деле, ну, ешка с ешками, понятно. Но он, ребят, достаточно вкусный. То есть, все-таки пюре это вот это все нормальное. Поэтому, ну, так достаточно вкусно. Вот так у нас яйца. Печенье, хлеб, молоко. В принципе, ничего такого интересного. Вот курочка. Курочка, рыба. Да, мы кошкам тоже сейчас рыбу, короче, варили. Да, они здесь что-то клюнули слегка, и все. Вот, и вот тоже. Они обожают эти баночки, я вам уже говорила. Вот, в общем, пожрать у них есть. В общем, как-то так, ребят. Вот, я все хочу снега, а у нас дождь. Он обещает все мокрый снег, но я его что-то не ощущаю и не вижу абсолютно. Вот, я все смотрю. У некоторых уже такие, знаете, снегопады уже, снег вовсю. Типа, ну, блин. Печально, печально. Но я думаю, что ближе к НГ 100% уже выпадет снег, потому что она должна похолодать до минусовой температуры. Поэтому, мне кажется, окей, все будет. Вот. В общем, вот, ребят, я сегодня целый день решила посвятить тупо готовке. Кексики у меня пока получились. Внутри них у меня сгущенка вареная. И вот у нас тесто. Вот.
Его еще надо подойти, и я буду делать уже раговолики. Да, я не буду, знаете, там, приминать тесто постоянно, потому что у меня, как бы, я честно сказать, не тороплюсь, но время уже 16:47. Вот, поэтому я, как обычно, все к вечеру. Вот. Так они, ребят, очень сильно мягкие получаются. Пушинка просто. Вот. И они прям вообще классные. Вот у меня еще там две делается. Все. В общем, ребят, я, наверное, вас сейчас просто заколебала уже всякими покупками, но это, ребят, все идет у меня с первого заказа, просто уже в Озоне, поэтому мне просто не все до конца привезли, как бы все расписано по дням, поэтому так получается. Могу сказать то, что, короче, я купила еще, заказала гуашь и заказала альбом, вот. Это то, что еще плюсом. И все, короче. Вот так я вас поставлю. В общем, заказала контуринг. Вот такой, мы только его берем. Он до 2024-го. Он, ребят, идеальный. Он, ребят, идеальный. Охренеть. А как такое может быть? Ладно. Ребят, мы будем аккуратны с этим, правда. Аккуратны будем. Он не испачкался так сильно, его можно обтереть. Это, ребят, чистая случайность, честно вам могу сказать. То есть я много раз, ну, точнее, второй раз мы его заказываем. Он нам очень сильно нравится. Это Китай. Но он очень сильно классный. Просто так получилось. Видите, что с одной стороны он не идеально закреплен. Вот с этой стороны он не идеально закреплен. Но я думаю, это не страшно. Он все равно будет рисовать идеально. Просто тот, ребят, ну я не помню, до какого он года. Поэтому я решила обновить. Но обновить, блин, ребят, у него очень сильно оказалось сложно, потому что хрен его где достанешь. Он всем нравится, короче, вот. Так что это чистая случайность. А так он, ребят, на самом деле и хороший. Нет, я не вру, я говорю честно. В общем, сейчас я вам покажу трусики. Да, ребят, я заказала трусики для выступлений на Крейзи. И не только. В общем, сейчас вам покажу. Первые такие трусики, это сезон, это первая одежда сезона. Вот такие вот трусики от Далиса. От Далиса. Фокус от Далиса. Так, и по... Они на меня реально хорошо налезут. Посмотрите, какие трусики. Это не то, что трусики, это стринги, ребят. Вот. Они классные. Это я уже тут поиспачкала чуть-чуть, ну ладно. А, вот у меня. Посмотрите, такие трусички. Как вам? Я потом их примерю. Я не знаю насчет Крейзи, пропустят ли с такими, потому что там нельзя, чтобы было видно это место, потому что это чересчур откровенные, я бы сказала, трусики. Чересчур откровенные. Ну ладно. Так. И вторые, которые всем понравились. Блин, эти трусы что-то 500 рублей стоят, но они, короче, всем понравились. Ни одного плохого отзыва я про них не нашла. Вот такие трусы от Vivalia. Так что ли? Или как-то так? Viva Digiza, что-то так, я не знаю. В общем, вот тут изображена девочка. И тут, наверное, всякие разные, ну да, всякие комплекты, наверное, трусики, шмуксики. Вот. Так, но мне это не важно. Я заказала именно вот такой вот цвет. Он мне очень сильно понравился. Посмотрите, какой, вау. Как классная посадка, и сзади они смотрятся. Вот так, мне казалось, что они сзади, ребят, будут очень, ну, толстые, типа. Опять будут говорить, что это бабушкины трусы, но нет. Они идеальны, ребят. Красивые трусики. Вот с такой, видите? Просто красотой. И они вот такие вот. Они, ну, эти синие с фиолетовым, или как они называются. Ну, в общем, они очень красивые. Сногсшибательные трусики. Нет, так, это, в общем, все мы убираем. В общем, ребят, оценивайте трусики.
Вот такие они на ней сейчас сидят. Мы их постирали, они высохли к вечеру. Вот, сзади смотрится как-то так. Вот это спереди. Мне кажется, они классно смотрятся. Супер. Ну, а вторые, ребят, тоже высохли. Я хочу их тоже примерить. Вот это у нас зад, это перед. Сейчас позже их померяю. Охренеть, слушайте. Охренеть просто. Как вам? Я 100% знаю, что все, наверное, скажут, что этот вариант лучше. Потому что здесь типа половина видно. В общем, они вот такие. Хоть так вот их можно сделать. Как хотите. Охренеть, у нас снег. Все ветки, все просто у нас в снегу. И у нас такой снег. Охренеть, слушай, охренеть просто. Уже, ребят, практически 11 вечера. Я ем суп. И у нас, ребят, такая хрень сейчас произошла. Я просто в шоке. Видите, у нас какой теперь сейчас свет? Посмотрите, здесь света у нас пока нету. Я, короче, вырубила лампочку. Папа взял другую лампу. Что-то на весь дом бомбануло у него в руке. И лампочка разлетелась, все осколки. И вот все здесь разлетелось. И также на полу мы все сейчас тщательно вымыли два раза. Пол еще подмели и также вымыли. В общем, как-то так. Вот. Я просто в шоке, реально. Я в течение дня вообще ничего, ребят, не ела, потому что, блин, я съела все рогалики. Ну, за вот эти несколько дней, наверное, сколько, 2 дня, наверное, я их ела, плюс еще родители ели. Кексы быстро все съели. Короче, нам придется опять, ребят, вызывать сантехника, чтобы... Электрика. Чтобы нам, короче, сделали свет. Потому что я в Новый год хотела, чтобы у меня здесь был свет, идеальное освещение. Боже мой, что творится вообще? Я думала, что я сегодня лягу спать пораньше. Ох, хер мне, короче, ладно. Ой. В общем, вот так вот, ребят. На самом деле, что я могу сказать? Я просто не понимаю, что творится вообще. Посмотрите, как изменилась кухня с таким светом. Просто она как... Я не знаю, как мы раньше при таком свете спокойно готовили, что-то либо делали. Я за несколько месяцев настолько привыкла к этому свету. Верните мне его быстро. Потому что, ну, это реально, посмотрите. Кухня какая-то тусклая стала. Просто... Вот. Вообще какая-то хрень.